Историко-культурный центр уже не в первый раз становится местом, где ветераны МВД отмечают свой день. Они приезжают сюда задолго до начала мероприятия, ведь это возможность вспомнить былую службу, поговорить о дне сегодняшнем. Этот праздник знаменательный в том, что собирает друзей, сослуживцы, с кем мы служили, с кем мы, как говорится, работали по борьбе с преступностью там совместно. Люди, когда уходят в отставку, и морально бывает тяжело остаться одному, наедине с самим собой. И когда о них вспоминают, когда их приглашают, и когда они оказываются в том коллективе, когда когда-то служили, и этого много стоит. Мы все вместе, небольшая семья. Работаем над тем, чтобы внутренних дел отвечали и выполняли задачу достойно. Опыт ветеранов важен для молодых сотрудников. В этот день многих из них наградили за активную гражданскую позицию грамотами главы Ленинского района. Мы здесь сидящие ветераны МВД, собственно говоря, без всякого преувеличения, можно сказать, это цвет нашего района, который трудился каждый день постоянно. Даже находясь в отставке, многие из них продолжают служить обществу и регулярно делятся богатым опытом с действующими сотрудниками внутренних дел. Ведь служба у них по-прежнему нелегкая. Стоит много сложных задач. И только ветераны могут оказать помощь в воспитании квалифицированных сотрудников. Ведь что может быть ценнее опыта? А у ветеранов его, как известно, в достатке. Я Кремнев Владимир Андрианов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.